дядя Федор, вы дорожную подушку для Веры Павловны взяли? Да-да. А сливки для торта? А букет? Да-да-да. Не волнуйся, мам, мы все сделаем. Это будет ваша самая классная годовщина свадьбы. Только не опаздывайте. Эй, Шарик. Ой. Ого! Вы что, решили все Простоквашино в город перевезти? Да, с такими запасами мы даже до калитки не доедем. Согласен, кое-что можно убрать. И где тут вещи Шарика? Не отдам. А где я мыться буду? Лучше вон тюки свои убери. Матроскин, зачем тебе столько соли? В хозяйстве пригодится. Вдруг нам соленых огурчиков захочется, а у нас соли нет. Да в городе все есть. Давайте не брать ничего лишнего. Ну а мочалку-то хоть можно взять? Вот теперь поедем быстро и налегке. Ну подождите, подождите, сначала Печкина дождемся. Он сейчас в отпуске и за моими коровками обещал присмотреть. Товарищ Печкин, куда же вы? В Москву на подработку еду. Нельзя в отпуске отдыхать, а то еще понравится. Как же наши коровы? Что я вам, коровья нянька? И вообще, на электричку опаздывать не положено. Матроскин, если тебя не будет на празднике, родители расстроятся. Один уже расстроился. Ну как я своих коровок одних оставлю? Эх, ладно, я остаюсь. В другой раз на Москву посмотрю. Тебя, Шарик, нельзя одного оставлять, иначе от моей фермы одно название останется. Дед! Я Тёма. Ты права, Вера Павловна. Ехать нужно всем вместе. Если еще зайцев с бобрами взять, это уже простоквашинский ковчег получится. Стойте! Мы забыли Голчонка! Что там? Танцуй, дядь Федор. Сейчас наша машина как новенькая полетит. Двигатель уже полетел, а без него мы до города не доедем. А давайте мы нашего Шарика как ездовую собаку запряжем. Тогда уж и тебя, Матроскин, как этого ездового кота. Не ссорьтесь, у меня план есть. Мчится машина моя. Дядь Федор, а долго нам еще? Эх, и здорово ты, дядя Федор, придумал. И коровки под присмотром, и машины на ходу. Куда нести-то, Матроскин? Стой! Вот теперь идем. Я тебе такое покажу. Вот здесь я дядю Федора бутерброд научил правильно есть. Колбасой вниз. Матроскин, может, поможешь? Эх, неправильно ты, Шарик, чемоданы несешь. Ты их ручкой не вверх, а вниз неси. Так будет удобнее. Ай! Дядя Печкин, что вы тут делаете? Какой я вам дядя? Я тут консьерж. Предъявите документы на вход. Документы? А я паспорт дома забыл. Папа. А домой вы нас не пускаете? Потому что я тут вас раньше не видел. Мы вас тоже. Я здесь первый день работаю. А мы тут давно живем. Без документов не пущу. Дядя Ма. Я же говорил, надо было тазик брать.
У дяди Федора тут даже помыться негде. Балбес ты, Шарик! Это же не квартира дяди Федора. Здесь я жил до того, как в Простоквашино переехал. Так пошли же скорее к дяде Федору. У тебя тут даже вай-фая нету. Ой, ну ничего, без меня сделать не можешь. Опять все опаздывают. Да когда же это закончится? Галчонок? Пять, 26. Да, для нового коровника маловато. Что тут у нас? Фотолаборатория Шарика. Подчеркиваем. 27, 28. Ай! Ты, Матроскин, вместо того, чтобы туда-сюда, как сломанные часы ходить, помог бы лучше корни выкорчевывать. Да, дядь Федор? Интересно. А что сейчас Оля делает? Это о чем это я? А, я, Шарик, не хожу. Я руководством занимаюсь. Пока дядя Федор влюблен, он руководить не может. Он только вздыхать может. И почему это ты руководством занимаешься? А ты можешь из 36 корень извлечь? Вот, тогда из земли его извлекай. Ой, я когда в Якутии служил, такие вот корни бивнями мамонта назывались. Чего мамонта? Бивень. Археологическая ценность, между прочим. Ценность, говорите? А Шарик-то наш его выбросил? Не выбросил, а в сторону отложил. Мы, археблогеры, свои находки не выбрасываем. Экстренная новость. Только что в деревне Простоквашино был найден этот, как его, мамонта. Подробнее расскажет известный архиблогер Шарик. Здрасте. Работаю я, значит, на археологических раскопках. Вижу корень в земле. Потянул. А там вот этот вот мамонта. Ой. Даже северные мамонты приходили в Простоквашино поесть чудесной травки, которой питаются мои коровки, дающие вот это вот чудесное молочко. Вот оно, это. Ну, повесь на место, у меня экскурсия. А у меня прямой эфир. Ты даже не помнишь, как он называется, а я утренний надой почти продал. А у меня там зрители разбегаются. Как вам не стыдно? Вечно вы как кошка с собакой. А этот ценный бивень пока у меня побудет. А молоко купить? Я его нашел. Значит, он мой. А потом выбросил. А я подобрал. Значит, мой. Зовите вашего мальчика. Он мне расписаться должен. Что-то мне эта посылка смутно напоминает. А за что он, интересно, должен расписаться? Изготовление фотооткрытки и отправка бандероли в город Неговоритный. Девочке Оле на долгую память. Что?
Дядя Федор мой бивень какой-то девчонке отправляет! Это мой бивень! Пока за получение не расписались, это государственный бивень! Отпустите! Это уже девочки Олин бивень! Вообще-то это мой бивень. А тут раньше наш цирк стоял. Ну, Шапито. Я в нем номер коронной исполнял. А Галактион мне, оказывается, завидовал и подпилил бивень, когда я спал. На следующий день прямо на арене он и отвалился. Детишки испугались. Нам срочно уехать пришлось. Потом Галактиона уволили, а меня билетером оставили. Вот, спасибо. А как вы узнали, что мы бивень нашли? Так я же на вашего шарика в интернете подписан. Люблю про зверушек лесных почитать. И что теперь? Опять в цирке выступать будете? Нет, цирки теперь без животных работают. А вот детишек я вдвое быстрее запускать буду. Эх, жалко. Больше никто ваш коронный номер не увидит. А, ну, для одного известного архиблогера я, пожалуй, сделаю исключение. И раз... Опа! Оп! Вроде крепко прибито. У меня там отчеты, доходы, расходы, экономное производство. А ты тут шум производишь, да гвозди расходуешь. Я здесь телескоп прилаживаю. Хочу Верь Павловне Луну показать. Ты еще Веру Павловну выть научи и блок ногой вычесывать. Слезай, кому говорят. Не слезу. Ты, Матроскин, отсюда гораздо меньше кажется. Ты бы просто своими земными делами занимался. А меня небесные тела интересуют. Вот из-за таких вот мечтателей порядка в хозяйстве нет. Дети, я понимаю, что душа просит праздника, но мои отчеты просят тишины. Это мы музыкальный номер готовим. Хотим концерт устроить. Давай с нами. Да некогда мне веселиться. А что за концерт-то хоть? Весенний. Март же на дворе. Послушай, как красиво. Эй, дядя Федор, красиво это, когда цифры сходятся. Кто там? Кто там? Март? Джентльмены, Матроскин блюз. А почему мы в машине только грустную музыку слушаем? Ну, не такая уж и грустная. Блюз – музыка расставаний. А мы-то встречаться едем? В гости, на юбилей. Ну, подумаешь, юбилей. Махнем в Простоквашино, а? Весна, свежий воздух, душа поет. Среди полей, среди лесов я слышу пение коров.
окно врывались гроздья белые. Цвела черемуха, о, как цвела она. Тебя любила, тебя шептал слова несмелые. Ты в полночь лунную мне сердце отдала. А может, нам нашего барда молоком холодным обдать? Не поможет. Это как насморк. Лечи и не лечи, разницы нет. Пошли, Шарик, отчеты спасать. Что было вчера, то забыть мне пора. Завтрашнего дня ни соседям, ни друзьям, никому. Мама! К нам приехал, мама с папой, дорогой! Здорово, что вы юбилей прогуляли. Хотели вам сюрприз сделать, а тут нам сюрприз. Не переживайте, это на Матроскина Март так действует. Это не на него так Март действует, это он мне на нервы действует. Наплынули воспоминания, воскресли чары прежние дни. Здрасте, вам посылка. Что, и документы не спросите? Не, вскрывайте. Что за глупый розыгрыш? Что за дурацкий день? Не дурацкий день, а день дурака с 1 апреля. Как апреля? Очень просто. У вас календарь на 1.5 дня отстает. Мои отчеты! Все пропало! Ничего не пропало, Матроскин. Нам Вера Павловна с там и твои отчеты склеить помогли. Ура! Брысь отсюда! Весна. Пора сердец разбитых. И разбитых окон. Давайте-ка дом в порядок приводить. А может, ну его, порядок. Пойдемте, я вам лучше луну покажу. Пойдемте. Мам, уборка подождет. Шарик на крыше телескоп поставил. А в деревне луна совсем не такая, как в городе. О, небо! Я такую луну последний раз на открытке видел. Поздравитель. Матроскин, я так в дверь не пройду. Да, можешь не пройти. Ну-ка, присядь. А вот так пройдешь, даже еще одна баночка влезет. Мне срочно нужна бас-гитара. Читай. Бродячие термиты превратили в опилки африканскую деревню. Как деревню? А коровы не пострадали? Да термиты древесиной питаются. Выше читай. А в школе номер 9 пройдет музыкальный конкурс. И что? А то, что там девочка Оля будет. Матроскин, ты за сколько меня научишь играть на гитаре? Ну, рублей за... Ай! Через месяц сыграешь пару песен, дядя Федор. Месяц? Мне через неделю надо. Тем девочкам нравятся барабанщики. Ой, какое-то у меня нехорошее предчувствие образовалось. Эй, дед! Итак, на повестке дня один вопрос. Как прекратить эту какофонию?
Мы все любим дядю Федора, но пора решить, либо мы, либо девочка Оля. Меня впервые на собрание позвали. Надо подумать. Ну, я за нас голосую. Правильное решение, товарищ Шарик. Ну и как мы прекратим эту какую-то свою... Есть у меня одна идея. Дядя Федор, помоги фото повесить. Да не убегут твои барабаны. Левый угол повыше. Так, 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 так. Теперь правый. А где мои палочки? Это бродячие термиты. Они и сюда добрались. Да, один такой в кепке, а другой такой толстый. Так, что происходит? Дядя Федор, мы просто немного устали от твоих барабанов. Ты уж 3 дня без остановки барабанишь. Надеюсь, в лесу я вам мешать не буду. Ты что, Шарик, не знаешь, как термиты выглядят? Запаниковал я. Врать не умею. Зря мы тебя послушали. Теперь вот дядя Федор в лесу пропал. А в лесу мою музыку оценили. Во, видите, сколько всего надарили? Сейчас отдохну немного и опять играть пойду. Здорово, бобер! Ты куда это собрался? В Бобруйск к родственникам еду. Дядя Федор ваш в лесу такой тарарам устроил, что звери едой вон скидываются, чтобы он хоть ненадолго замолчал. Ну, это... Я пойду. Электричка у меня. Да. Да. Дядя Федор, ну, сыграй что-нибудь, а? Не буду. Не вышло из меня музыканта. А мы так не считаем? Ну, пожалуйста, а? Друг — это тот, кто отдает жизни косточку другу. Друг — это кот, друг — это кот. С другом спорить не буду. Друг — это ты, друг — это я. Я, еще я и корова моя. Не забывай, у тебя есть друзья. Никогда не забуду. Друг вас всегда будет любить, несмотря на фиг вам и ближе друзей. Кто может быть? Только папа и мамы. Там, где друзья, будет успех и молоко, и сметана для всех. Там, где друзья, будут песни и смех. Где друзья? Может, это родители колбасу прислали?
Неизвестные коробки хуже Печкина. Откуда она здесь взялась? Да просто на крыльце лежала. Не будем ее открывать. Может, это межгалактическая посылка с приветом от внеземной цивилизации? Это ты у нас шарик с межгалактическим приветом. Закройте это северное сияние обратно. Ну вот, спугнул. Вас приветствует голосовой помощник Анфиса. Моя миссия – отвечать на вопросы. Все, что мне нужно, это немного электричества и внимания. А вопросов к вам у нас нет, а электричества нам и самим мало. Здорово! У меня как раз вот столько вот вопросов было к вам. Спросите меня о чем-нибудь. Да чего с такой спросишь? Ни усов, ни хвоста. Анфиса, как дела? Поищу в интернете остроумный ответ. Лучше всех, но никто не завидует. Полезный помощник. Блесна не будет тускнеть, если натереть ее сырой картошкой. Скорость света 300 тысяч километров в секунду. Провязываем сначала вторую петлю изнаночной, затем первую и снимаем со спицы. Сейчас позавтракаем и за грибами пойдем. Ложка за папу, ложка за маму. За дядю, за деверя, за Шурина. Для того, чтобы избежать риска заболеваний, молоко нужно пить пастеризованным. Анфиса, а где в Простоквашино растут грибы, а? Известно где. На северном склоне у березовой рощи. Матроскин, ты с нами? Я бы пошел. Да у меня тут коровы, хозяйство. Помогайте комарам, а мы без говорилок справимся. Здесь нет электричества, зато воздух свежий. Почему вы так ко мне жестоки? Не знаю. Я же не голосовой помощник. А где Анфиса? И ее обратно унесли. Кто унес? А кто принес, тот и унес. Так мы ж не знаем, кто принес. Вот и кто унес, мы не знаем. Друг – это тот, кто отдает жизнь и косточку другу. Ой, да не расстраивайся ты так, Шарик. Ну, мало ли помощников голосовых. Что ты узнать-то у них хочешь? Ну, спроси у меня. Да я узнать хочу. Куда она делась? Подождите, поищу в интернете. Результат не найден. А вдруг ее разобрали? И лежит она, родная, сейчас на каком-то складе никому не нужных Анфис. Да кто ее разберет в лесу-то? Анфисочка, как тебе помочь-то, а? Матроскин, да чего ж ты живое электронное существо-то довел? Ничего, иногда и помощникам помощь нужна. Я просто хотела побыть частью семьи. Но же я не понимаю, как помощник может быть без рук. Все тебе, Матроскин, практическая выгода нужна. А мне вот иногда поговорить хочется. Лучше тебе иногда помолчать хотелось. Анфис, покажи нам кино для всей семьи. Нет, ничего проще. В моей базе 10 тысяч фильмов для всей семьи. А также видеоуроки по вязанию и сборник кулинарных рецептов. Ого! Вот тебе и говорилка! Что взять, что взять. От интересного собеседника всегда есть что взять, между прочим. Нашлась потерянная доставка.
Ваша Анфиса из будущего каталога. Предпродажа пока за большие деньги. Таких у вас все равно нет. Прощайте, друзья. Для Анфисы мне ничего не жалко. Даже твоей зарплаты, Шарик. Так я говорил ему, волчья ягода. А Матроскин черника, черника. Все варенье волкам отдать пришлось. Это, конечно, интересно, но вообще-то мы хотели узнать, как у вас Вера Павловна мандаринами объелась. В общем, я решила, и папа меня поддержал, что вам нужна помощь. Когда-то и я жила в таком чудесном доме. Мадам, вы за сметаной? Не готовы еще, вечером приходите. Какой милый котик. Брысь. Собачка, надеюсь, привитая? Знакомьтесь, это Маргарита Егоровна, ваша няня. Наша кто? Мам, ну зачем нам няня? Чтобы нам с папой было спокойнее. Теперь можете ни о чем не волноваться. Работайте себе, а мы знакомиться будем. Маргарита Егоровна? Как зовут? Дядя Федор. Феденька, значит. Не Феденька, а дядя... Поверь мне, мальчик, я знаю, как выглядят дяди. И знаю, как выглядят непослушные мальчики. А это что за чудесное дитя? Никакого уважения к заслуженному педагогу. Да, над дисциплиной придется поработать. Совершенно верно, Маргарита Егоровна. Дисциплины и порядка в этом доме не хватает. Эта комната мне подходит. Несите сюда мои чемоданы. И вообще-то я здесь после обеда отдыхаю. Эй, дед! Мы с твоей мамой составили список книг для внеклассного чтения. Это на сегодня. Телефон и другие игрушки сдаем. Как это сдаем? Они ж мне для работы нужны. Еще одно слово. И для работы тебе понадобится только цепь и конура. Правильно, Маргарита Егоровна. Может, он теперь чем-нибудь полезным займется. А у меня, между прочим, молочное предприятие. А у меня, между прочим, непереносимость лактозы. Ну, раз для дисциплины надо, Гаврюша, за старшего. А где мои коровки? Им здесь было тесно, и я их отпустила. А для оранжереи это помещение очень подходит. О, как ты валялся в ногах у меня. Ты весь изгибался. Нам надо срочно отделаться от этой Маргариты Мигеровны. Ха! Проснулся! Тебе ж нравилось дисциплина и порядок. И нравилось. Хочу, чтобы все было как раньше. Тама-тама. Нет, это уже слишком. Надо, чтобы она сама захотела уехать. Через 5 минут обед. Манная каша с комочками. Затем тихий час. А мне, я думаю, будет очень полезен пикник на воздухе. Привет, соседи. Можно я у вас в коровнике переоденусь? Искупаться хочу. Боюсь, на речке велосипед сопрут. Да делайте вы что хотите. Нам теперь все равно. Эй, воспитуемые,
У вас что, нет корзинки для пикника? А вот же подходящая корзина. Хм. А ты смышленый, Феденька. Дядя Федор, ты гений! Печкин на велосипед ее в прыжок сотрет! Вижу, огушки решили выращивать. Молодцы! Я от вашего молока уже в детство впадать начал. Ха! Что же вы наделали, ироды? А это не мы. Это няня вон наша, Маргарита Мигерна. Слышите? В доме поет. Сейчас я вашей Маргарите Гангреновне голосок-то подправлю. Ну все, можно ее чемоданы обратно выносить. И больше не смейте без стука вламываться к даме будуар. Понятно, понятно. Фух, вот эта женщина. Кого-то она мне напоминает. Маргарита Егоровна, корзиночку вашу куда определить? Под тем деревом на кровати, Игорь Иванович. А сливки где? Виноват. Одну минуточку. Сельпо сгоняет. А вы что стоите? Марш в дом. Каша на столе. Потом чистить зубы и спать. Ничего, мы проиграли сражение, но не проиграли войну.